система, в первую очередь, боя с оружием. Удар идет в область, горла. То есть вот оно. Раз, два, и вот оно движение. И защитные действия и контратакующие действия с подрезом, с отбором на смотрите, и вот оно движение. Вначале нож, потом нож против голых рук, и затем голые руки против голых рук. Раз, и здесь, вот она, работа. Здесь, и посмотрите, вот она. Третья, проводок с точки контакта и техника работы. Раз, два, и здесь занимались боксом, кто ведет атаку. Раз, два, и посмотрите. Раз, два, и в данном случае работа в глазах. Возможно, с нанесением отвлекающего внимания удара в область паха. И здесь происходит раз, два, блок локтя и нанесение, допустим, удара. Мало того, ты перекрылся здесь, но смотри, что произошло. Ты открыл. Вы наносили сейчас удар в шею и, допустим, удар идет боковой, да? Смотри, раз, я отошел, и пошел второй удар. Еще. Смотри, ты видишь, пошел второй удар. Раз, сразу боковой. Раз, и посмотри, что происходит. И вот сразу же ты теперь посмотри, ты видишь? Мягкая встреча, проворот точки контакта. И теперь идет работа. Раз, два и три. Здесь работает. Раз, два. Смотри. Раз, два. Ты видишь, куда идет. Это же здесь был. Я переключил внимание здесь. 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 Смотри. Что произошло? Раз, два, три. Посмотрите отсюда. Раз, два, три. Вот только через расслабление я расскажу. И вот как раз здесь, через это, как я буду уходить. Вот. Раз, два, глаза, да? Почему пальцы пошли? Вот за затылок ты мне отдал. Я сразу буду в затылок. Раз, раз, два. И сразу же ты отходишь на атаку. Раз, два, отсюда, пах, я сработал. Отсюда. Здесь. Отсюда. В первую очередь на технике ножевого боя. Технику идет уходшая. Уход, подрез, контроль.